просили, вы нам писали. И теперь мы 24 часа в наручниках. И начнем мы с того, что будем готовить. Мы оба не умеем готовить, я умею только яичницу. Поэтому... Главное, слаженная работа. Запомните мои слова. А, мы уже сегодня ели, короче, Максим. Сколько тебе? Сколько? Не хотя бы. Оператору одно. Да, окей. Ну да, я что же забью. Да стой. Настолько все там пусто. Вот, сразу видно, мозги есть. Это не мне. И не мне. Вот это нет. Нет. Да не нет. Ешь, у меня два... Давай за ножик. За ножик. Да я затянул слишком сильно. Погнали. А зачем ты себе ножик, да? Сразу видно, кто доминирует. Я тебе сказала, я разбиваю. Да больно. Не беси ко мне сегодня. Давай суп разогреем лучше. Мы не начали, понимаешь? Ну, кстати, можем вместо помидор добавить эти. Разбилась, блин, из-за тебя. Короче... Я могу посолить, главное. Нет, не солим. Я не ем соленую. Ждем. Ну, не добейте, блин, соль. Короче, почти готово. Можем есть. Можем пить. Я специально ждал. И очень туда просто. Какой туалет? Я не пойду. Ой, я пожалуйста. Нет, я не пойду. Соня, я готовился с тобой, я готовился. Нет. Не пойдешь в туалет сегодня. Соня. Нет. Ты понимаешь, что нельзя терпеть? У меня мочевой пузырь лопнет, и лопнет именно. Отпускай. У меня мочевой пузырь лопнет. Нет. Ладно, сейчас отсюда. Ну, Соня. Нет. Мне еще все равно голову мыть, мне все равно перед тобой раздеваться. Нет. Вот. Блин, сейчас как удобно. Ты мне поможешь шнурок завязать? Соня, ты мне поможешь шнурок завязать? Сам завяжешь. Да Соня, я сейчас все тут. Нет. Да блин, как заткнуть-то, блин. Только терпел просто. А рука. Ты все? Стрихнуть все надо. Главное смывать. Да стой. А руки помыть, ты как готовить сейчас будешь? Я еще даже не завязался. Еще у него шорты упали. В большой семье лицом не щелкают. Да ну, да. Что ты делаешь? Я знаю, что существует фиолетовый, значит красивый. Фу, воняет, кстати, он не вкусный. Да Соня, ну потянись. Мы, кстати, еще укоротили ее, потому что очень, типа, ну, длинная, и укоротили ее еще. Пичку, Артем. И я тоже. Куда же счет? Цвет. Пошли. Там яичница. Горит. Ну, Соня. Пипец, блин. Ай. Вот так с женщинами потом и ходить. У нас яичница горит. Да ёпты. Нет, ты левый бери. Ты правый, я левый. Вот так. Натягивай. Ты его наоборот спидит. Это что? Что? Моя новая футболка запрестает. Ой, яичница готова. Плиз кушать тарелки. Если пить матросским. Давай я буду этовать ее. Иди давай. Я тебе говорю, я все умею. А, вот эту штуку нет. Да ты че? Она плюется. Нет, на самом деле я вот. Уйди, Соня. Разрезать надо. Мне сначала нужно подковырять везде. Я шарю в этой теме. Ты вообще не шаришь. Да не пей.
разрежешь. Да все, я... Ты, блин, делаешь мне больно. Больно, давай режь. Максиму... Для этого нужен ножик, Сань. Нет, сковородка. Да режут ножиком. Максим, нельзя так вообще, и он тоже. Мне одно яичко же. Одно? Оператор пусть оперирует головой. Ладно. Нет, я режу. Артём, ты криво режешь. Соня, ты вообще ее располовинила. Боже, не быть мне поваром никогда. Да, я буду кость. Я люблю кость. Тебе побольше, поменьше? О. Давай. Да у тебя вроде нормальная рука, ты что делаешь-то? Ты дергать меньше. Оператор. Быстрее. Это тебе. Нифига себе, ты жрёшь как лось. Надеюсь, я не сдохну. Короче, есть. Давай-ка ты не будешь так рукомандировать. Да сон. Вилка у меня. Да ешь. Ну, резиновая какая-то. Приятного аппетита. А почему ты не посолил? Я тебе сказала посолить. Я не соленая. Зачем ты, почему ты не посолил? Не знаю. А я не могу, я видел, где резиновая. Она еще и без масла. Ну, потому что без масла я люблю. Нет, она резиновая, она лежит. Тебе нравится моя еда? Нравится. Ну, жди, давай. Я ем! Ну, извините. Куда? Мне больно. Я не буду, я не ем грибной. Чё тянулось? Тебе? Не надо мне ничего. Фу, грибной. Только попробуй, твоя зипкая. Пойдем. Найс. Я теперь грибами воняю. Понюхай, блин. Не вонючий, блин. Смазал вилку грибным соусом, режется намного лучше. Смотри. Ну конечно, блин. У тебя без смазки, блин, ничего не работает. Ты зачем намазал его? Все, не делай. Собака. Ну все, я наелась, пошли. Нет, ты когда будешь краситься, я же здесь сказал, я устал и встану. Вот. А вот на самом деле жизнь не так уж и сложна. Соня, ты ко мне привязан. Это ты ко мне привязан. Кто со мной ночует в комнате? Я вообще-то на полу сплю, ты забыл? Ну, ты же со мной в комнате. Че болтуешь? Я хочу чай попить. Я тоже, кстати, поставь чайник. Ушел. Ушел. Ну, Соня, ну, лей ровно. Ты не прав, ну, блин. Чей чай? Мой чай. Че мои игрушки? Пару советов ходить? Конечно. Смотри, самое главное. Сначала тарелки все намочи, как минимум из-за того, что тут соуса больше, чем яичницы было в моей тарелке. Дальше губку промочить, естественно. Ай! Нет! Естественно, моющее средство, абсолютно любое. Главное, чтобы было зеленое. Втираем, нажимаем пару раз, все, готово. Я сейчас буду так делать, если ты не закроешь. Не тороби меня, это серьезное дело. Теперь мы идем в магазин. Возьмите мусор. Да он уже ко мне пристегнут. Ай.
Я не буду больше сниматься в ваших видео. Это вообще неравноправие какое-то. Все, я нормально. Ты несешь мусор, я несу тебя. Ай, да ты углами мне вещи, да. А вообще, я на самом деле все время говорю, погода хорошая. Артем, мне больно. Так ты в этот стол врезал, съешь. Нам что нужно? Нам чай, да, нужно что? Точно не туда. Тащи как хочешь. Сейчас. Тащи как хочешь. Ой! А я на самом деле вообще люблю сидеть. Отдыхать — это вообще очень хорошая штука. Я могу вам даже рассказать пару советов, всё, как хорошо отдохнуть. Всё, да я встану. Вставай. Да я не могу. Видели? Опа. Не-не, давай не булочки. Мармеладки. Будто надо. Мы взяли вот это вот в итоге. Если ты меня сейчас подтолкнешь, он упадет, я тебе потом тогда лицо его. У меня вам очень важный, ну вот прям вот жизнь и смерть вопрос. Смотрите, вы ее вот вчера нигде не видели тут? Она просто у меня вообще гуляет, и я все. Реально, я вот уже, ну, принял крайние меры, то есть у меня в голове уже есть какие-то еще мысли. Вообще, можете подсказать, что делать дальше? Вот как вообще с такой женщиной жить? Вообще ничего не может? Ну, понятно. Да? Нет. Нет? Но потому что я не могу накрасить. Поднимай руку. Она мне уже вчера так брызнула, у меня лицо разъело. Нет! Все, мне... Тебе обязательно правой этой рукой делать, да? А как я тебе левой? О, прикинь! Ай, в ухо прям попало. Всю мою картошку там разрезал. Специально копил столько времени. Грязь там. Зачем ты мне об этом говоришь? Так, погнали. Тональник. Артём, мне неудобно. Да я так не накрашусь нормально. Не накрасишься. Меня уже бесишь сегодня. Да я специально, что ты мне сама накормила такой яичницей. Ты сам ее готовил. Ты еще как свинья, Артем, ну это ненормально. Подними. У меня изжога. На самом деле, мне никогда в жизни Соня ничего хорошего не готовила. Она меня все время бьет. Наверное, потому что готовить не умею. Мучает меня. Как левый ты делаешь, что я не понимаю. А когда она приготовит, она заставляет все есть до крошки. Я все съедаю. А иначе она меня бьет. Че бьешь? Правда такое было? Нет. Заря не нужно тебя удушить, пока ты. Открой рот, закрой глаза. Молодец. Вообще руки убрал от меня, говорю тебе. Так всегда. Я ей проявляю любовь, заботу даю, она... А ей вот лишь бы деньги. Конечно. У тебя нет денег, что ты похож. Ты же в магазине сколько платить? Ты чё, я за тебя плачу. Я плачу. Метро не считается. Ну все, я же плачу. Соня, ты мне напоминаешь очень сильно мой кредит в банке. Я не могу перестать о тебе думать. Дай себе носик припудрю. Ты засунула соль. Да сука, зюльку бы теперь. Да вот, зачем ты мне это говоришь? Что я бы теперь буду есть? Маина. Фу. Даже не макнула. Ты говоришь еще, что я тебя изуродовала? Изроды. Изуродовала. Если бы я жил с женой, она мне каждый день долбила мозги. Говори что-нибудь, ругайся. Да ты задолбал меня уже! Ты ничего не умеешь, ты ничего не добьешься! Ты понимаешь?
Кстати, трек уже вышел на площадке. Вместе с клипом. Смотрите все, ссылочки оставим в комментариях. Кстати, друзья, забыл сказать, ставьте комментарии, пишите свои лайки и не забывайте подписываться. Сань, поцелуй меня в щеку. Нет. Пожалуйста. Ну, в щечку. Ну, в щечку. Не знаю, как шутить с вами за 300, которые шутки. Типа, Сань, ты что? Ты, кстати, что со стройки мои предметы забрала? Штукатурку вот эту все. Зачем вот это? Я вот вообще по минимуму, потому что все в ящике. Ой, я косметичку, да? По минимуму. У меня пенал в школе был в 4 раза меньше за все 9 классов. Это, короче, все карандаши для губ там. Угу. И вот они каждый меняют на один оттенок. Вот если меня... Вот найди мне если бордовый. Если меня спросят... Найди мне бордовый. Сонь, тут вся бордовая сумка. Где бордовый? Тут есть, да, вот, коричневый. Бордовый. Я дальтоник, кстати. Зачем мне мозг? Я красивая. Ну вот, я тебе... Читай больше. Как всегда. Не шатай, понял? Вообще не шатай. Я тебе нормально сказала, Артём. Я не умею шатать своими руки. Да я так и знала! Что? А, извини, рефлекс какие-то рука дёргается. Так как мы ходили в магазин уже, мне сказали, что я грязный. Надо мыться. Артём, сколько бы ты ни мылся, ты все равно грязный, боже. Ты что, раздеваешься? Нет! Нет, 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 я на это не подписываю. Ну всё, ну... Ну всё, я всё. Ну всё, мой. А, слава богу. А как, внимайку снимается? Нет, там всё будет у него видно, все его придатки. Да что он делает, я не понимаю! Блин, вообще, ни стыда, ни стыда. Ну я тут посижу. Все, я почесал. Нет, мою руку не пихай! Да я пузо почесал. Артём, считай, традиции в душ, может, сейчас не ты делать, а ее рукой. Нет! Другие ощущения. Он мою руку закрыл. Ах! Холодно. Сейчас потеплее будет. О, подогрелось. Ай-яй-яй! Я на такое, ребята, не подписывалась, я не хочу. О. Сонь, на, подержи. И подай шампунь. Подай шампунь, Сонь. Да я не повернусь. Да я не... Все, улазь, улазь. Нет, нет рук. Сонь, да я мою. На свой шампунь. Но в руку. Ай, горячая пошла. Дай, стой. Да, пусти. А, рука. А, еще и горячая. А. Давай, ключики от наручника. Сейчас, чик-чик. Ну, пожалуйста. Не могу, я хочу его удушить, ребята. Вы просто не представляете, это ад. Смотрите, у меня к вам, ну, просто очень быстро сразу просьба. У вас вообще, вы шарите за отношения? У вас были, то есть, отношения, правильно понимаю? Смотрите, вопросик. Ну, вот такой вот вопрос. Смотрите. У меня есть, допустим, девушка. Она у меня гулящая. Вот, ну, вот только такие методы я пока думаю. Вот вам вообще как, нормальные? Или вы думаете жестко? Ай! У вас есть какие-то? Отлично. Отлично? Во. Видишь, меня все поддержат. И чтобы вы понимали, я кое-как переоделась. Что я смогла? Футболку мы снимали через ноги. Все. Спокойной ночи. Что, тяжело было весь день ходить на ручниках? Ужасно. Сколько раз вы поругались? Больно. Раза 4. Да. Все, спокойной ночи всем.